Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 10 на странице 10 учебника русского языка до 2 класса автора Климановой. Прочитайте отрывок из рассказа Драгунского «Школьные слова». Я, когда не учился, совсем глупый был. Я знал очень мало слов. Например, я знал слова «мама», «папа», «в лесу», «родилась елочка». Еще знал слов 9 или 10. А в школе все новые слова. Доска, мел, учитель, класс, парта, звонок, перемена, горячий завтрак. Это очень интересно. Какие новые слова мальчик узнал в школе? В школе мальчик узнал следующие новые слова. Доска, запятая мел, запятая учитель, класс, парта, звонок, перемена, горячий завтрак. Написание. Запишите не менее 5 слов других. Написание каких из них нельзя проверить, а надо уточнять в орфографическом словарике. Другие школьные слова – это слова «портфель», «ученик», «урок», «тетрадь», «учебник». Слова «портфель», «ученик» и «тетрадь» находятся в орфографическом словаре, и их написание можно уточнить именно там. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте.